Да. Так, сейчас мы подошли к Урзалу. Это район Долинска, парк. И тут стоит вот такая красавица. В отличие от других елок новогодних, бездушных. Ну это живая, это произведение искусства, я считаю. В отличие от того, что стоит возле Дома Советов. Ну там позорище, казенная, бюджетная елка одними шариками. А здесь сделаны из руками детей, подписаны. Вот подойдем поближе. Вот так должно. Здесь причем индивидуальные игрушки. Это подписано, я, к сожалению, без очков не вижу, поэтому вот прочитать. Хаушева Нурьяна, ученица второго класса А. Второго класса? Да, про гимназию номер 52. Вот следующая тоже. Новогодний колокольчик. Ученица первого класса. Смотри, что курсивой Зары Магомедовны, 7 лет. Вот, дальше вот посмотри, здесь удивительные работы, посмотри, здесь это надо приходить и смотреть, и любоваться, это же наши дети. А та, что стоит на возле дома правительства? Да, там одни шарики, я же говорю, казенная юлка. Вот, а здесь вот Белинготова Альмира, пожалуйста, ученица второго класса Б, средней школы, номер 25. Здесь удивительные работы. Вот мы сейчас поинтересуемся мнением. Здравствуйте, товарищи! Как вам елочка? Прекрасная. Молодцы дети. Это создано руками детьми. Да, да. А мы уже поняли. Чувствуется, вот посмотрите, здесь и школы, возле и возле Дома Советов у нас стоит елка такая казенная, бюджетная. С шариками голыми. Да, и такая, знаете, бездушная, неживая. А здесь действительно душа. Живая. Вы откуда приехали? Нижний Новгород. Нижний Новгород. Город горький, да? Город горький. В прошлом. 800 лет нашему городу. Да вы что? Чтоб у вас процветал. Вы эту... Процветает. Всегда. Вы эту песню хорошие знаете? Хорошие люди у вас. Под городом горьким, где ясные зорки, в рабочем поселке подруга живет. Вот молодцы. С наступающим вас, девочки. Спасибо и вас. Здоровья. Удачи вам всех, блоком. И вот товарищ здесь тут, как тут, он тоже пришел, значит. Мы продолжим наше путешествие. Да, Тава Эмилия, 8 лет, средняя школа номер 7, второй класс Г. Посмотри, какая изумительная работа. Они творят чудеса, эти ты дети. Посмотри, вот что надо, вот из CD-дисков сделано. Конечно, тоже. Конечно. Посмотри, это Кашежева А, 4 Е. Это лицей номер 2. Посмотри, просто... Это твой бывший, да? Да, это моя школа родная. Почта Деда Мороза. Вот здесь, посмотри, наверное, сюда, да. И... Субкоева Анадель Олеговна, пожалуйста, 10 лет. Средняя школа 21. Здесь работы, я говорю, считаю вообще, ну, изумительно. Почему везде это не внедрять такие вещи? Я вот в прошлом, позапрошлом году с Борисом Паштым на эту тему разговаривал. Вот он мне как-то сказал, что как бы власти у нас не всегда на это идут. А почему не идут? Что в этом плохого? Пусть власти объяснят. Разве это плохо, когда дети делают своими руками, конечно, конечно, игрушки и подписывают? И вот здесь вот люди ходят, радуются просто глаз. Живая елка. Молодцы. Очень молодцы, живая, молодцы. Очень живая. Вот это что такое? Вот что-то я не пойму. Вот это вот композиция, ну, типа сумочка, да, наверное. А там игрушки внутри, да? Да, внутри там это вот как бы паутинка, да, и там внутри. Ну посмотри, какие-то... работа какая, да, классная. Да. Не подписано, кто, да, это подписано. Сделал? Да, подписано. Это у нас Бесланеева Беслана, 10 лет. Бесланеева, средняя школа. Беслана. Номер, да, 26. А, Беслан, да, а, ученик, Беслан. Ученик 4 класса А. Ну, ну молодец, молодцы. Забудки, а посмотри, какой мешок. Посмотри, наш... сколько здесь игрушек. Еще это... наших молодежь ругают. Да, вот она какая, да, молодежь. Да, посмотри, это наше будущее. А там наверху что творится? Там вообще великолепие сплошное. Очень богатая елка, очень, да, богатая. Да, вот именно слово «богатство» очень хорошо сюда отождествляется. Ну, вот посмотри, часы. Байказиев Мансур Рустамович, 9 лет. Пожалуйста. Что? Так что сюда приходите. Да, дети, приходите сюда. Здесь лучше. Настоящая. Обалденная просто. Вот еще здесь вот тоже
Интересно, из шишек? Из шишек, да, из это шишек. Тоже, да, не надо их там где-то, это вот тоже здесь вот у нас. Здесь, правда, этот, где-то она спрятана, но все равно, ну, кто бы ни делал, очень оригинально. Слава вам, ребятишкам, да. Таким, молодцы, молодцы. Я думаю, что у нас поколение сейчас еще покажем. Даже приезжие нижегородцы похвалили женщину из Нижнего Новгорода. С наступающим 2024 годом, чтобы у всех было такое великолепие, как на этой елке, сотворенной нашими детьми.